Со слов потерпевшего, была составлена ориентировка. В результате недалеко от места совершения преступления сотрудниками ППС был задержан мужчина, похожий на разыскиваемого. При личном досмотре 35-летнего приезжего из соседнего региона сотрудники полиции обнаружили похищенную куртку и деньги, принадлежащие потерпевшему. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.